Ну и что ты сделаешь, Джастин? Тоже побьешь меня? Побью, если придется. Ты знаешь, где меня найти? Ну, они тебя усыновят. В нашу семью. То есть я буду твоим братом? Какого черта ты тут делаешь? Эта идея кажется хорошей, так что... Ты хоть знаешь, как меня зовут? Конечно, знаю. Клей. Кажется, я пришел и все испортил. Нет, все не так. Я не хочу, чтобы ты снова меня ненавидел. Кто сказал, что я переставал? Если девушка не перезванивает, значит, она не хочет говорить с тобой. Серьезно? Думаешь, тебе стоит давать советы? Ты... Ты что, плачешь? Ты же знаешь, что дела у меня плохи. У меня дела тоже не очень. Если у тебя такая куча денег, зачем ты позвонил мне? Ты сказал, что я тебе нужен. Мне некуда было идти. Поэтому у него не было выбора. Моя мать, она наркоманка. А ее парень... Назад! Дилер и не очень хороший парень. Мам, я знал, что они не примут меня обратно. Эй, Тони, нашли меня. Стой, Джастин! И спаси меня. Джастин! Очнись, Джастин! Черт! Мы должны отвезти его кому-то. Я хочу, чтобы меня усыновили. Отлично. Ребят, подъем! Ой!